Ну что же, тем временем команда «Красная армия» уже готовится выйти на ледовую площадку. Также мы видим и «Атлант» готовится появиться на льду. Напомню, что сегодня в западной конференции будет сыграно 3 матча. «Спартак» играет в данную минуту с «Крыльями Советов». «Атлант» сыграет с «Красной армией». Ну а и в Ступино также будет хоккей сегодня. Капитан принимает русских «Витязей». Красная армия, город Москва. Изравление стартовый состав. Итак, «Красная армия» на льду. Кстати говоря, сейчас представлю судей сегодняшнего матча. Главные судьи — Михаил Ибрагимов и Павел Купцов. Линейные судьи — Иван Арикаев и Владислав Романов. Теперь перейдем к вратарю и стартовой пятерке «Красной армии». Ворота сегодня защищает 31 номер Иван Новожилов. Такое вот небольшое изменение относительно прошлого матча между этими командами. У Новожилова в этом сезоне 15 матчей проведено. Также первое звено «Красной армии» — это 75 номер Матвея Верочкин. Вместе с ним в нападении сыграют Егор Соловьев, 97-й, и Никита Шалышкин, 21-й. В защите сыграют Владимир Грудинин, 88-й номер, и 52-й Максим Венскель. Да. Ну и уже «Атлант» также появился на льду. После гимна продолжу представление команд. Что же, все готово к началу матча между «Атлантом» и «Красной армией». Закончу тогда представление состава гостей сегодняшнего матча. Второе звено. В нападении сыграют 95-й Матвей Васин. Вместе с ним 86-й номер Максим Кирилейченко и 43-й номер Максим Великов. В обороне сыграют Артем Барабошев, 80-й, и Алексей Родионов, 5-й номер. В третьем звене в нападении Иван Янченко, в центре по флангам Дмитрий Зуган и Кирилл Долженков. В обороне Кирилл Волков и Матвей Шуравин. И четвертое звено в центре — Ян Агеев, на флангах Олег Майстренко и Алексей Чуркин. Кстати говоря, Алексей прошлый сезон проводил в «Атланте». В обороне Данила Станиславский и Федор, 51-й номер, Федор Елсуков. Главный тренер команды «Красная армия» — Ренат Равильевич Хасанов. Теперь переходим уже к составу «Атланта». Ворота сегодня защищает Данила Корнилов. Все мы привыкли видеть его с первых минут. Как правило, очень во многих матчах, а именно 35 раз Данила Корнилов начинал матч именно в воротах. Запасной вратарь Никита Прокопьев. Кстати говоря, запасным вратарем у «Красной армии» сегодня является Дмитрий Гамзин. Прошлый матч против «Атланта» как раз он защищал ворота столичной команды и, в принципе, достаточно неплохо с этим справился. Помог тем самым «Красной армии» выиграть со счетом 2-1 на ЦСКА-арене.
Первое звено Атланты — это 23-й номер Арсений Крицын. Вместе с ним нападение Михаил Ковалев, 11-й и 17-й Данил Сачков. Возвращение, кстати говоря, Данилы в состав. Капитан команды Никита Некрасов в обороне. Вместе с ним в защите будет Кирилл Дмитриев. Кстати говоря, капитан Красной Армии Матвей Васин, который играет во втором звене, 95-й номер. Тем временем игра началась. Второе звено Атланта, 15-й номер Герман Шуленин. Вместе с ним Иван Михачев, 87-й, и Илья Панин, 97-й. В защите Арсений Белов, 2-й номер, и 7-й Иван Петраков. Третье звено. В нападении 25-й номер Андрей Щербатов. Вместе с ним слева будет играть Алексей Егошин. И справа 80-й номер Артемий Саапан. В защите 24-й номер Владислав Квоны, 55-й Сергей Зеленин. Ну и четвертое звено. Это звено Ивана Сабунина. 33-й номер у Ивана. 94-й номер вместе с ним Тимофей Гиацинтов в атаке. 77-й Кирилл Чижов. В защите 73-й номер Иван Сергеев. И 13-й нападающий 92-й номер. А, точнее, нет, прошу прощения, 92-й номер Федор Вялов. Главный тренер команды Андрей Иванович Царегородцев. Ну что же, и Красная Армия пытается закрепиться уже в чужой зоне с первых минут. Борьба около борта затевается, но там только игроки Атланты были на шайбе. И уже попытается там Панин навязать борьбу уже в чужой зоне. Так бьет достаточно активно по клюшке защитника Красной Армии. Но так или иначе, гости пока сохранили шайбу у себя. Попробует раскатиться из своей зоны. Передача под синюю линию проходит достаточно неплохо. И в центре шайба. Бросок. Корнилов отбивает. Кстати говоря, такой плотный достаточно бросок получился в исполнении игрока Красной Армии. Я так понимаю, бросал 86-й номер Максим Кириллейченко. Как раз его нам сейчас и показывают крупным планом. Ну а теперь уже это 25-й номер команды Атланта Андрей Щербатов. И вновь Кириллейченко. Вбрасывание в зоне команды хозяев. Корнилов вот уже так вступил в игру и по-настоящему выручил команду на первой минуте буквально. Проброса нет. Касание было, и судья так достаточно активно об этом сигнализирует. Линейный арбитр. Закрепиться в чужой зоне Атланту не удается. Но и передачу здесь обработать не смог игрок Красной Армии, поэтому вынуждены игроки в белом пока что в своей зоне владеть шайбой. Но теперь она перешла уже во владение Атланта. Там Артемий Сапа около борта пытается отобрать шайбу. Там сразу двое его опекают, но удается отобрать, кстати говоря, и бросок в игре сейчас. Иван Новожилов. Неплохо Сапа навязал борьбу и тем самым вывел на бросок, я так понимаю, Сабунина. Посмотрим на повторе этот момент еще раз. Да, это Сабунин пытался бросить, но он там немного потерял равновесие, поэтому и не удалось ему замкнуть, добить, так сказать, шайбу ворота. Но и Иван Новожилова также отметим. Хорошо выбрал позицию. Бросание осталось за гостями. Но шайбу пока вывести из своей зоны им не удается. Пробует Атлан навязать борьбу, и это удачно удается. Некрасов бросает в створ ворот. И там Иван Новожилов вновь все видел. Понимал, что нападающие Атланта едут быстрее, чем защитники его команды. И, соответственно, накрыл шайбу ловушкой. Вот мы видим этот момент еще раз. Там достаточно активно действовал Тимофей Гиацинтов. 94-й номер, нападающий 4-го звена подмосковной команды. Очередное вбрасывание в зоне Красной Армии. Но пока без особо опасных моментов возле ворот Новожилова. Да, пришлось ему уже вступать в игру, но острее момент на первых минутах был у Красной Армии. Здесь Дмитриев попал под силовый прием около своих ворот. Но поднялся без травмы, вроде как обошлось. Шайба вновь в зоне Красной Армии. И вновь силовой прием, достаточно серьезный. Крицыну не удалось получить шайбу. Некрасов набрасывал, но попал в защитника Красной Армии. Там Сачков уже. За ворот отдает пас на Ковалева. Но там быстрее оказался защитник гостевой команды. А вот передача не совсем расторопная получилась. И Некрасов там навязывает борьбу. Очень много силовых приемов мы видим на первых минутах в исполнении Красной Армии. Достаточно жестко играют игроки столичной команды. Корнилов. Здесь шайба летела в створ ворот к нему, поэтому выкатился и отбил шайбу щитком. Некрасов отдает передачу на Белова. Белов дальше.
пас на Михачева рукой, но в своей зоне, кстати говоря, можно давать пас рукой, поэтому и свистка от судей мы не услышали. Продолжается игра. И Красная Армия выходит из своей зоны, но неудачный пас, там не успел добежать до шайбы 97 номер Егор Соловьев, поэтому шайба перешла уже во владение Атланта. Здесь она улетает высоко достаточно вверх в заградительную сетку. И очередное бросание будет в зоне гостевой команды. Ну вот после достаточно активных атак в чужой зоне в исполнении Красной Армии игра больше так перешла как раз к ним уже в зону. Но при этом пока Атлант не может создать острый момент. Вбрасывание нужно повторить, потому что процедура вбрасывания была нарушена игроком Атланта. Предупреждение выписывается линейным арбитром. Во второй раз также выиграно вбрасывание. Квон щелкал, но попал прямо в защитника Красной Армии. Передача дальше в центр. Здесь Егошин. Егошина сразу вдвоем опекают. Квон. Передача дальше. Бросок. Туда вглубь зоны. Даже мимо ворот. Я так думаю, акцентированно защитник Атланта так бил мимо. Сапа пытается выдать передачу на Щербатова. Не удается это сделать, но Егошин подхватил шайбу. Там не разобрался один из игроков Красной Армии. Но вот передача на синюю линию неточная получилась. Не смог ее обработать защитник команды хозяев. Ну, там шайба так скакала и было неудобно. Тем более она еще на высокой скорости летела. Было неудобно ее обработать. Атлант не может закрепиться в чужой зоне пока что. Красная Армия выходит в атаку и достаточно опасно. Корнилов отбивает и еще раз вступает в игру. Там потерял клюшку один из игроков столичной команды. И офсайд сигнализирует линейный арбитр. Вбрасывание будет вынесено в среднюю зону. Ну вот и Красная Армия так достаточно неплохой момент создала. Но до броска дело довести не удалось до акцентированного. Показывали нам Дмитрия Зугана крупным планом. Вбрасывание остается за хозяевами. Сергей вбрасывает шайбу дальше в зону. Вновь его там серьезно принимает игрок Красной Армии на синей линии. Встречает, точнее. А здесь тоже еще одно положение вне игры фиксируется судьями. Естественно, вбрасывание будет, опять же, вынесено в среднюю зону. Меняются свенья. Вот мы видим крупным планом сейчас двух вратарей. Кстати говоря, у обоих 31 номер. И у Данилы Корнилова, и у Ивана Новожилова. И, кстати говоря, вновь вбрасывание за Атлантом. Вынужден Новожилов выходить из ворот. Красная Армия не смогла раскатить атаку сейчас. Вновь Новожилов с воротами. Пас дальше. И здесь не разобрались игроки Красной Армии. Перехват, бросок. И достаточно спокойно Новожилов отбил эту шайбу. Очередная процедура вбрасывания будет производиться в зоне Красной Армии. Опять же, команды поменяли звенья. Это первая четвертая пятерка у Красной Армии на льду и вторая у Атланта. Здесь уже вбрасывание за Красной Армией и вывести шайбу из зоны удается. Кстати говоря, один в один выходит игрок. Бросок с неудобной. Мимо летит шайба, мимо створа. Это бросал, по-моему, Алексей Чуркин как раз. 85-й номер команды Красная Армия. Ну вот здесь, может быть, красноармейцы смогут закрепиться. Нет, не удалось у них это сделать. Ну и терять шайбу они также не планируют. Раскатываются из своей зоны. Проброса здесь не будет в этом моменте. Белов навязывает борьбу около борта сейчас. И шайба не покидает по-прежнему зону Атланта. Остается она там. Петраков уезжает за ворота. Его прессингует Чуркин. Передача дальше. Теперь уже пас на Шуленина. Шуленин проходит мимо защитника, но сохранить шайбу у себя не удалось. И Красная Армия вновь попробует раскатить атаку. Здесь Квон
пресек эту передачу. Так достаточно неплохо выставил клюшку. Панин борется здесь за шайбу с одним из игроков Красной Армии, но при этом не смог отобрать. И вот уже столичная команда проходит в атаку. Достаточно неплохо. Неплохой проход был. Шайба так рикошетит уже здесь к Корнилову, причем от своего игрока же, по-моему. Но Корнилов видел момент, поэтому, если что, он бы среагировал. Егошин навязал борьбу в чужой зоне. Егошин выкатывается из-за ворот. Но шайба сошла у него с крюка в самый ответственный, в самый последний момент. Броска по воротам мы так и не увидели. Ну и Красная Армия заходит в чужую зону, но с офсайдом, да, все же. Но если бы здесь не было положения вне игры, то был бы очень опасный момент. Это достаточно неплохо Никита Шалышкин. Выходил буквально 1-0 с вратарем, но при этом было зафиксировано положение вне игры. Ну а у нас сейчас на экранах Ренат Хасанов, главный тренер команды Красная Армия. Подсказывал он там своим подопечным, как нужно действовать в определенные моменты игры. Сабунин вывел шайбу из зоны Атланта. Но, опять же, без контроля подмосковная команда выходит, поэтому и отобрали шайбу игроки Красной Армии. Белов встречает достаточно серьезно здесь игрока столичного клуба. Передача здесь неточная в исполнении Родионова была, но некому было ее перехватить. Здесь шайба летит уже в зону Атланта. За воротами. И Некрасов попробует раскатить атаку. Дальше на Чижова. Чижов входит в чужую зону без офсайда, но на грани. Очень сильно на грани был момент. Некрасов, шайба около борта. Бросок, подставление, добивание. И шайба там не заходит в ворота, но... Достаточно близко она была. Теперь уже Красная Армия идет в атаку. И достаточно неплохо прорывается один из игроков. Бросок. Корнилов отбивает. И будет еще один бросок. И Корнилов не видит шайбу. А где она? Это сейф в исполнении Белова. Он лег там буквально на ленточку. И шайба ему в коньки, по-моему, попала. Там уже буквально завозил красноармеец шайбу в ворота. Но при этом Белов среагировал вовремя. Корнилов потерял шайбу. А Белов... Как раз лег буквально на линию и не позволил открыть счет в этом матче. Я думаю, мы увидим этот момент на повторе. Очень красиво в исполнении Алексея Белова. Выручил Арсения, точнее, прошу прощения, Арсения Белова. Выручил буквально команду. Так, игра продолжается. Красная Армия в чужой зоне, опять же. Там мешается сломанная клюшка. И тем и другим. Петраков пытается вывести шайбу из зоны. Сделать это удается. Там Сачков, но его обгоняет достаточно спокойно. Майстренко это был. Борьба около борта. Осталась она за Атлантом. Шуленин не смог ввести шайбу дальше в зону. Не попал буквально по ней. Петраков на Квона. Кстати, уже вот мы видим такое небольшое изменение в звеньях. Как минимум в связке защитников. В Атланте. Панина здесь останавливают, но при этом один из партнеров подхватил шайбу. Передача на синюю линию, и Квон не обработал пас, не принял. Но сразу пытается вернуть в атаку Михачев на Шуленина. Шуленин дальше. Там достаточно неплохо раскатывается Михачев, бросает и спокойно достаточно отбивает шайбу. Новожилов. Там Корнилов выехал достаточно далеко из ворот и откинул оставшуюся часть сломанной клюшки к борту. Шайба не вышла. А, нет, все-таки вышла из зоны, да. Судья так сначала сигнализировал, что нет офсайда, но потом поднял руку, и игроки Красной Армии успели этот момент увидеть. Поэтому игра продолжается. Уже шайба в зоне команды гостей. Но достаточно спокойно выходят они из своей зоны. Однако до броска дело довести, опять же, не удается. Некрасов. Некрасов тут претендует достаточно серьезно, опекает Зуган. Но Красная Армия вновь завладела шайбой. Однако здесь борьба в центре. Остается она за Атлантом на этот раз. Сапа пытался отдать передачу, но не получилось этого сделать. Некрасов вновь пытается зайти в чужую зону. Опять это не удается у капитана Атланта.
И там уже Аверочкин отобрал шайбу. Аверочкин отдает передачу на защитника. Дальше пас достаточно хороший в одно касание. И может быть опасный выход. Но не позволили нанести бросок Кириленко. И встретил здесь достаточно серьезно один из игроков Красной Армии, игрока Атланта. Но при этом зафиксировано нарушение правил. За задержку соперника Клюшка, я так понимаю, отправится в штрафной бокс один из игроков столичной команды. И Атлант поиграет в большинстве. Вот мы видим момент опасный около ворот Красной Армии, а теперь уже момент около ворот Атланта. Как раз тот самый, я так понимаю, да, когда уже буквально вот здесь наверняка завозил шайбу в ворота. По-моему, это был Васин. Ну, а в штрафной бокс отправился Максим Кириленко. 2 минуты большинства для Атланта. Посмотрим, что они смогут придумать в этом большинстве. Бросок от Сачкова. Выше ворот летит шайба. Ковалева здесь прижимает к борту, но оставил он шайбу партнеров. Некрасов. Дальше пас на Дмитриева. Дмитриев дальше передача. Глубь зоны. Вновь Дмитриев. Пас дальше на нападающего. Еще одна передача за ворота. Вновь Некрасов. Броска пока нет. Вот Дмитриев, щелчок, отбивает. Все видел прекрасно вратарь Красной Армии. Вновь Некрасов с шайбой. Отдает дальше пас. Он проходит. Там, я так понимаю, Ковалев. И еще один пас. Там подставлена клюшка, но не полетел шайба в створ. Вновь Дмитриев. Пас дальше. И на Некрасова такая передача серьезная. Еще одно подставление, еще бросок. Мимо летит шайба, и где она там? А ее накрывает в итоге Иван Новожилов. Очень опасный момент около ворот красноармейцев. И первая минута большинства явно в активе у Атланта. Создали они острейший момент. Я думаю, сейчас мы посмотрим его еще раз на повторе. Вот Ковалев отдает передачу на Некрасова через всю зону буквально. Некрасов отдает дальше на Крицына, и там не попал, по-моему, в створ Сачков. Но вот обменялись такими супер моментами команды. Счет по-прежнему остается равным 0-0. Итак, Панин. Следующая бригада большинства вышла у Атланта. Ну, как раз так получилось. Минуту поиграла одна бригада большинства, минуту сейчас играет другая. И щелчок, шайба рикошетит, но летит чуть-чуть мимо створа. Панина зажимает около борта, но осталась шайба владения Атланта. Шуленин. Шуленин, кстати говоря, на синей линии, а он нападающий. Пас дальше, Белов, еще один пас. Броска пока нет, и такую красивую передачу пытался придумать один из игроков Атланта, но не точно она получилась, однако и вывести шайбу из зоны красноармейцам пока не удается. Белов закрывает синюю линию. Остается буквально 10 секунд на реализацию лишнего у команды хозяев. Шуленин пас дальше. Там Панин накатывал, но не подставил клюшку. И Красная Армия выведет шайбу из зоны. Но ненадолго. Уже вновь Шуленин. Пас дальше на Панина. Панин не смог разобраться. Шуленин. Шуленин шайбы. Красная Армия в полном составе. Шуленин искал как бы бросить. Так и не нанес он бросок. Ну а там кто-то из его партнеров по команде бросал поворотом, но в створ не попал. Красная Армия играет в полном составе, но действительно это большинство хоть и не принесло гола Атланту, но при этом достаточно неплохо поатаковала команда хозяев и создали даже один или даже два таких 100% момента. Но либо слегка повезло команде Красной Армии, либо выручил Иван Новожилов. Вот этот момент с рикошетом. Когда шайба отрикошетила, но не пошла в створ. Вбрасывание будет в центральном круге. Остается играть примерно четверть первого периода. Новожилов выходит из своих ворот, отдает передачу. И, кстати говоря, шайба вышла из зоны Красной Армии и уже побежали в атаку игроки в белом. Там достаточно неплохо действует как раз Алексей Чуркин. Многим болельщикам знакомый, многим болельщикам Атланта по прошлому сезону.
сегодня получает, кстати говоря, достаточно много игрового времени, хоть и в четвертом звене номинально находится, но вот часто он достаточно на острие и часто создает моменты для своей команды. И бросок заблокирован. Там побежал Сапа, было на подбор, но быстрее среагировал Агеев. Не позволил Сапе добежать до шайбы. Вон из-за своих ворот. Отдает передачу на Ковалева. Ковалев раскатывает атаку, но даже бросить шайбу в зону ему не удается. Красная армия входит в чужую зону. Бросок. Здесь Корнилов все видел. Бросал Матвей Верочкин. Но бросил прямо в ловушку вратарю. И достаточно спокойно Данила Корнилов зафиксировал эту шайбу. Мы посмотрим на повторе. Показывали нам так мимолетно немного скамейку запасных Красной Армии. Многие стоят на ногах. Некрасов по закруглению отправил шайбу по дальнему борту. Завязывается борьба как раз-таки около борта. Вот передача неплохая в центр. Бросок. Корнилов отбивает. Сейчас летит мимо, но достаточно неплохо там бросал один из игроков Красной Армии. Но и Корнилов смог отбить эту шайбу. Так, Красная Армия продолжает владеть шайбой и инициативой. Но вот передача дальше, однако, не точная. Ну и шайба летит прямо в створ. Поэтому вступает в игру вновь Новожилов. Итак, Красная Армия в чужой зоне. Передача неточная из-за ворот. И пробует догнать здесь шайбу Михачев. Догоняет, но и его догоняет защитник. И будет удаление у Красной Армии. Еще одна возможность для Атланта поиграть в большинстве. Две минуты большинства у Красной Армии. Там один из игроков недоволен этим. Это Кириллейченко. Максим Кириллейченко. За игру высокопорнятой клюшкой отправляется в штрафной бокс 80-й номер Артем Барабоша. Один из ассистентов капитана, кстати говоря. Ну что же, под конец периода вот такая еще одна возможность для Атланта попробовать посоздавать моменты и, возможно, открыть счет. Вот Белов шайбой. Не удалось закрепиться сразу в чужой зоне Атланту в этом большинстве. Михачев. Михачев сильно по борту. Там вратарь за воротами. И, я так думаю, Красная Армия выбросит шайбу в зону. Однако не удается это сделать. Бросок. И мимо летит шайба. Михачев бросал очень плотно, очень сильно. Но в самый последний момент шайба взмыла выше штанги. И поэтому полетела мимо створа. Хотя момент был такой достаточно хороший для Михачева. Прямо с ударной позиции он наносил бросок. Шуленин закатывается дальше в чужую зону. Панин обратно на Шуленина. Ну и вот расставляется Атлант. Посмотрим, что они соорудят в этом большинстве. Вновь Михачев шайбой на Шуленина. Шуленин пока ищет, кому бы дать пас. Отдает на Панина. Панин опять пытался выдать передачу, но не удалось это сделать. Еще и сломалась клюшка у Ильи Панина. И Красная Армия может выбежать в атаку. В меньшинстве. Опасный момент. Передача и гол. 1-0. Красная Армия открывает счет в этом матче. Затевается такая небольшая стычка здесь около ворот Корнилова. Ну что же, вот так воспользовались эпизодом игроки Красной Армии. 70-й номер открывает счет. Иван Янченко забрасывает эту шайбу. Выбежали в атаку. Но здесь, конечно, Панин, можно сказать, привез этот момент. Потому что и сначала выдал передачу неточную в чужой зоне. После этого у него и сломалась клюшка еще. Ну вот Янченко здесь пас дальше. Обратная передача и гол. Ну вот так, Красная Армия открывает счет в меньшинстве. Кстати говоря, там, если бы Красная Армия не забила, то было бы удаление у Атланта. Судья ехал с поднятой рукой. И все-таки, кстати говоря, я так понимаю, удаление будет у Атланта, несмотря на то, что был гол в каком-то другом моменте, за какой-то другой эпизод. Я так понимаю, Арсений Белов отправляется в штрафной бокс на 2 минуты. Но так для Атланты это большинство сложилось вообще неудачно, потому что и реализовать не смогли, еще и пропустили. И еще потом будет возможность чуть более 1 минуты поиграть в большинстве у Красной Армии. Ну а пока следим за игрой в формате 4 на 4, счет открыт.
Кирилл Долженков, да, один из ассистентов сегодня. Набирает Долженков 39-е очко. Итак, Атлант в чужой зоне. Крицын не разобрался в моменте, не смог переиграть Новожилова. Но эпизод был достаточно неплохой для нападающего Атланта. Мог он в этом моменте отправлять шайбу в ворота. Силовой прием здесь мы видим. Дмитриев. Дальше пас. Ну и буквально через 10 секунд появится на льду удаленный игрок Красной Армии. И уже красноармейцы поиграют в большинстве. Дмитриев щелкает, как только вошел в зону. Но все прекрасно видел Иван Новожилов. И зафиксировал шайбу в ловушку. Там опять небольшая стычка мы видим. Но в этом эпизоде обошлось без удалений. Здесь игроки Атланты сейчас совещаются, как же на этом выбрасывании действовать. Выигрывает бросание. Зеленин бросок. Подставлена клюшка. Мимо летит шайба. Но Атлант остается пока что в чужой зоне. Щербатов. Еще один бросок с отрицательного даже угла. Красная армия в полном составе и бежит уже в атаку. Небольшое большинство для столичного клуба. Посмотрим, как они его разыграют. Вроде как расставились сейчас. Там на смену один из игроков побежал. Щелчок, подставлена клюшка, подставлял там достаточно неплохо Верочкин, но полетела шайба мимо створа, еще чуть более полминуты играть в большинстве Красной Армии, владеют они шайбой в чужой зоне, бросок будет и мимо летит шайба, чуть выше ворот пошла. И Атлант не может вывести из своей зоны пока что шайбу, остался она на синей линии, Владислав Квон все-таки выбросил. И через 12 примерно секунд появится на льду уже и Арсений Белов. А здесь у нас... А, нет, никто нет, показалось. Но вновь вывели шайбу из зоны игроки Атланта. Я думаю, что это большинство не реализует Красная Армия. Да, Белов вышел со скамейки штрафников, и Атлант играет в полном составе. Бросок. Не доходит шайба до Корнилова. И Михачев здесь прорывался по борту, но остановили его защитники. Не позволили пройти дальше к воротам. А вот здесь шайба рикошетит так к Ивану Новожилову. Но все видел прекрасно вратарь Красной Армии и спокойно зафиксировал ее. Итак, остается играть чуть менее 1 минуты, 55 секунд, если быть точным, в первом периоде. Период достаточно равный получился, но при этом Красная Армия смогла прекрасную комбинацию исполнить в меньшинстве и тем самым пока что единственную шайбу в этом матче забросить. Прошлый матч между этими командами, напомню, закончился счетом 2-1 в пользу Красной Армии. Также в первом периоде красноармейцы забросили одну шайбу и ушли на перерыв именно с таким счетом, со счетом 1-0. Посмотрим, как сегодня. С каким же сегодня счетом уйдут команды на перерыв. Сейчас может быть опасный момент. Выкатывается один из игроков Красной Армии на рандеву с Корниловым, но там и защитник помешал ему, хотя достаточно неплохой был момент. Я бы даже сказал голевой, но акцентированный бросок по воротам мы с вами не увидели сейчас. Здесь уже Крицын заходит в чужую зону, бросок летит шайба мимо, там подставлена клюшка защитником Красной Армии. И да, все-таки здесь положение вне игры зафиксировано, там не разобрались игроки столичной команды, кто же примет эту шайбу и зайдет с ней в зону. Поэтому выбрасывание будет в средней зоне. Он показывает Олегу Владимировичу Квашу. Достаточно задумчив. Один из тренеров Атланта в концовке этого первого периода. Борьба за шайбу остается за Атлантом. Сапа пробрасывает шайбу дальше в зону, но это не опасно. Новожилов все видел. И я так понимаю, что на перерыв команды уйдут со счетом 1-0 в пользу Красной Армии. Единственная шайба была заброшена в неравных составах, а именно в меньшинстве.
Красная Армия открыла счет в этом матче. Ну что же, 15 минут на перерыв. Отдохнут игроки, отдохнем и мы с вами. И вернемся на арену Мытищи.
возвращаемся на арену Мытища, где через несколько секунд стартует второй период противостояния между Атлантом и Красной Армией. Напомню, после 20 минут игры впереди столичная команда. И сейчас немного обратимся к статистике по первому периоду. Итак, броски в сторону ворот 25-17 в пользу Атланта. Броски в створ также 13-8 в пользу хозяев. Однако по голам впереди Красная Армия 1-0. Вбрасывание 13-5 также за Атлантом этот компонент. Но, в принципе, это невооруженным взглядом было видно, что Атлант переигрывает Красную Армию на вбрасываниях. Блокированные броски 5-4 в пользу Красной Армии. Силовые приемы 11-4 также в пользу столичного клуба. Отборы 4-1 в пользу Атланта. Ну и по штрафному времени 2 минуты удаления было у Атланта и 4 у Красной Армии. Итак, начинаем второй период. Стартовое вбрасывание остается за Красной Армией. Уже заходят они в чужую зону. Однако передача тут не совсем точная получилась в исполнении одного из защитников столичной команды. Поэтому Атлант отобрал шайбу. Передача дальняя достаточно под синюю линию. Точная. Стремился Крицын за шайбой. Но отобрали. Красноармейцы ее. И уже раскатывают свою атаку. Контратака это не назвать. Но вот зашли они в чужую зону. Еще один пас, но там не дотянулся до шайбы один из нападающих. И перехват в исполнении Сачкова. 2 в 2 идет атака Атланта. Сачков бросает. Подставлена клюшка. Не дошла шайба до Новожилова. Попытались игроки Красной Армии, видели, что защитники Атланты задержались немного на смене и попробовали подхватить на этом, но не получилось сделать этого. Ух, здесь Корнилов как опасно достаточно действует за своими воротами, но все-таки шайба остается у Атланта. Панин. Дальше пытался продвинуть шайбу, но не удалось этого сделать. И вот Красная Армия уже пробует войти в чужую зону. Удается это сделать. Бросок заблокирован. Итак, на синей линии шайба. Броска пока нет, но достаточно неплохая передача. Еще один пас. А вот здесь передача не точная. Не совсем, не поняли друг друга игроки Красной Армии. Там не смог Родионов обработать эту шайбу. И вот еще одна передача из-под себя. Также она неточная. Однако и Атлант выйти из зоны не смог. Остается шайба в зоне хозяев. Там пытается произвести наложение звеньев Красная Армия. Броска пока нет акцентированного. И вообще никакого нету. Поэтому Атлант выходит из своей зоны. Панин, дальше пас. Но не обработал шайбу. Опять же, Щербатов это был, по-моему. И из своей зоны пытается раскатить атаку Шуравин. Передача дальше. Не прошел пас. А вот здесь передача под синюю линию, но также неточная. Проброса, однако, нету. Там Егошин успел с защитником в одно время дойти до шайбы. Итак, Красная Армия выходит в чужую зону, но не обработал шайбу на синей линии. 62-й номер. Кирилл Долженков. Поэтому Атлант вновь пытается раскатить атаку из своей зоны. Пока что без опасных бросков. Игра проходит. И Атлант вроде пытается поатаковать. И Красная Армия также. Но пока прямо острых моментов на первых минутах второго периода мы не увидели. И удаление будет у Атланта. На отложенном штрафе действует Красная Армия. Там побежал на скамейку запасных вратарь Красной Армии Иван Новожилов, но мы слышим свисток и отправится в штрафной бокс один из игроков Атланта. Это Сергей Зеленин, 55-й номер. Защитник третьего звена Атланта, мы видим повтор. Ну да, здесь действительно за задержку клюшкой отправится 55-й номер Атланта в штрафной бокс. Ну и шанс для Красной Армии увеличить преимущество в сегодняшнем матче. Посмотрим, как они этим шансом воспользуются. Тем более, еще можно сказать, что начало периода вот сейчас, в принципе, завершается. Поэтому достаточно важный момент
для столичной команды. Выиграно вбрасывание. И сразу пытаются отдать передачу на нападающих. Но пока до броска дело не дошло. Вот здесь бросок. И заблокирован он Некрасовым. Однако вывести шайбу из зоны не удается. А вот здесь может быть опасно. И Некрасов доигрывает обратно назад. По ближнему борту шайбу вывести также не удается. Но все-таки вот здесь уже запрессинговали, скажем так, защитника Красной Армии. Дмитриев шайбы в своей зоне. Выбрасывает ее через среднюю зону. Несколько игроков Атланта успели поменяться. По-моему, три человека. Панин там в средней зоне немного споткнулся, потерял скорость, поэтому не смог отобрать шайбу. И, может быть, опасно. Долженков дальше пас. Вновь Долженков получает шайбу. Через него в основном действует атака Красной Армии. Обработать шайбу не удалось здесь защитнику на синей линии. Это был 86-й номер Красной Армии. Максим Кириленко. Но это был нападающий, кстати говоря. Я так понимаю, Красная Армия играет в 4 нападающих в этом большинстве. Опять же сошла шайба с крюка у Кириленко. И уже Атлант попробует вывести шайбу из своей зоны. Удается это сделать. Ну и Красная Армия раскатывается из своей зоны сейчас. Но пока быстро это сделать не удается. И уже тем временем подходит постепенно большинство красноармейцев к концу. Щербатов все-таки смог вывести шайбу из зоны. Егошин навязывает борьбу здесь, но останавливают его. Атлант играет в полном составе. Но Красная Армия может попробовать создать опасный момент уже в формате 5 на 5. Передача в центр, добивание. Там шайба прилетела Корнилову в щитки. Пытались все это добить, но не удалось этого сделать игрокам столичной команды. Удаления здесь нет, все в рамках правил сыграно. Судья прекрасный момент видел. Щербатов оставляет шайбу. Бросок отбивает. Отбивает Новожилов. За воротами шайба. Там Петраков действовал. Кстати говоря, вот защитник Атланта за воротами действовал. Вот и может быть опасная атака в исполнении Красной Армии. Но Атлант выходит из своей зоны. Однако здесь мы видим, встречают достаточно высоко их на средней линии, на красной линии. Но продолжает Атлант владеть шайбой. И здесь мы видим силовой прием в исполнении Волкова. Сабунин отдает дальше пас. Еще одна передача. Выкатывается шайба так на пятак. И Сабунин там пытался накатить на эту шайбу и добить ее в створ. Не удалось этого сделать. Не попал по воротам 33-й номер Атланта. Ну и посмотрим, как красноармейцы. Какую атаку они сейчас соорудят. Удается пока войти в чужую зону. Но не смог обработать шайбу. По-моему, это был Зуган как раз. Дмитриев. Дальше пас на Некрасова. Некрасов там ждет передачу Ковалев, но Некрасову было неудобно отдавать пас. Дмитриева зажимают около борта. И отобрали шайбу игроки Красной Армии. Болельщики Атланты сейчас активизировались. Крицын шайбой в своей зоне. Удается ему выйти. Отдает пас на Ковалева. Ковалев. Точнее, Сачков. Однако закрепиться в чужой зоне не удается. И Красная Армия уже выходит в атаку. Но и здесь тоже без контроля они заходят. Дмитриев выводит шайбу. Щербатов дальше пас. Но достаточно сильно летит шайба. Неудобно Сачкову ее принять. Сачкова здесь зажимают около борта. Силовой прием серьезный. Опять же, в рамках правил. Пас дальше. Проброса здесь не будет, так как было касание исполнения игрока Красной Армии. Ну и посмотрим, что соорудят уже игроки Атланта. Петраков пока в своей зоне. Дает пас дальше.
А вот здесь очень опасный момент. Перехват и Корнилов все-таки отбил шайбу щитком. Хотя достаточно опасный был эпизод около ворот Данилы. Ну и видим, здесь судья говорит, просит быть игроков поспокойнее. Вот этот эпизод. Там пытался, я так понимаю, Максим Кириллеченко переиграть Корнилова, но не удалось этого сделать. Возможно, здесь надо было Кириллеченко поднимать шайбу, но он попробовал ее так между щитков, я так понимаю, отправить Корнилову, но неудачно эта затея получилась. Однако вбрасывание в чужой зоне выиграла Красная Армия. Зажимаю здесь около борта Долженкова, но при этом пас дальше. Бросок и штанга, я так понимаю, выручает сейчас подмосковную команду. Сапа здесь не смог обработать шайбу. И проброс сигнализируется. Проброс фиксируется. И я так понимаю, да, действительно, штанга сыграла за подмосковную команду, так как шайба улетела там за Корнилова. Посмотрим на повторе. Вот был бросок, и да, штанга. Бросал Матвей Шуравин, защитник третьего звена. Итак, Красная Армия вновь выиграла вбрасывание. Там силовой прием в исполнении Квона, но осталась шайба у красноармейцев. И здесь Корнилов зафиксировал вновь шайбу. Опасно атакует Красная Армия, очень опасно. Завладели инициативой игроки столичной команды. Вот мы видим и болельщики Красной Армии. Приехали сюда в Мытище поддержать свою команду. И еще один был наброс на ворота Корнилова. Но Данила зафиксировал в ловушку эту шайбу. И вбрасывание осталось на этот раз за Атлантом уже. Ковалев выводит шайбу из своей зоны. Крицын. Пас дальше. Бросок. Подставлена клюшка. Летит шайба выше и попадает в заградительную сетку. Ну вот, для Атланта такой важный момент. Им нужно сейчас отвести шайбу от своих ворот. И пока что это удается сделать, так как вбрасывание будет в зоне Красной Армии. И есть возможность поатаковать и немного разгрузить Данилу Корнилову, у которого действительно очень много работы в последние минут, ну, плюс-минус 6-7. По сути, почти с самого начала периода Атлант около своих ворот играет в основном. Вбрасывание осталось за Атлантом, но шайбу вести дальше в зону не удалось. И уже 2 в 3 бегут в атаку игроки Красной Армии. Пас дальше, шайба летит мимо створа. Бросок, но шайба проходит также опять мимо штанги. Петраков здесь борется за шайбу. К нему подъезжает Ковалев. Точнее, Михачев, прошу прощения. Сергеев шайбой в своей зоне. Ух, силовой прием какой здесь серьезный. Проброса здесь нет. Панин быстрее успевает к шайбе. Панин, пас на синюю линию. Бросок, и мимо летит шайба. Панин. Передача в центр, на пятак, добивание, мимо летит шайба и гол! Илья Панин нашел свой момент все-таки, 97-й номер команды «Атлант». И смог сравнять счет в этом матче. Ровно середина матча у нас. 10 минут и 2 секунды до завершения второго периода. И счет равный 1-1. Там Иван Новожилов так немного потерял ворота, не видел момента. А Панин подхватил шайбу за воротами. Ну вот посмотрим еще раз, передача Панина как раз была на пятак, шайба полетела мимо, но при этом там за воротами Панин смог ее подобрать. Там все почти потеряли шайбу, но Панин все видел. Однако тут мы видим, совещание сейчас идет между судьями и игроками двух команд. Капитан команды «Красная Армия» Матвей Васин
разговаривать сейчас с арбитрами. Но, я так понимаю, уже решение не будет изменено. Тренерский штаб Красной Армии также недоволен этим эпизодом, однако судьи непрекословные, счет равный, 1-1, Илья Панин автор заброшенной шайбы, и смотрим, как дальше будет развиваться эта игра. Красная Армия пока что в своей зоне. Передача дальше, проброс зафиксирован. Я думаю, что сейчас обе команды еще более резво побегут в атаку. Безусловно, в концовке регулярного чемпионата всем нужны очки, и каждое очко на счету. Каждое очко на вес золота заработанное. Итак, смотрим за вбрасыванием в зоне красноармейцев. Осталось оно за Атлантом, но смогли отобрать эту шайбу игроки Красной Армии. И заходят они в чужую зону, там попытка подставления шайбы, не получилось сделать этого. Егоршин не смог вывести шайбу из зоны. И бросок. Корнилов отбивает. Шайба улетает в заградительную сетку. И будет еще одно вбрасывание. Вот Красная Армия активно пошла в атаку после этой пропущенной шайбы. Посмотрим, как, что придумает на этот раз красноармейцы. Вбрасывание за Атлантом остается. По ближнему борту выводят они шайбу из зоны. Ковалев. Ковалев дальше вводит шайбу в чужую зону. Устремляется за ней с очков. Пытается отобрать. Но сделать этого не удается. Однако и Красная Армия завладеть шайбой не смогла пока что. Дмитриев выводит шайбу из зоны. Ковалев. Здесь борьба в средней зоне остается за Красной Армией. Офсайда нет. Еще один бросок. Корнилов отбивает. И опасно там шайба за воротами сейчас. За воротами оказалась. Около борта борьба. Еще одна передача из-за ворот. И Корнилов накрывает шайбу. Там Долженков сцепился немного с одним из игроков Атланта. Я так понимаю, с Ковалевым, но все в порядке. Но Долженков, мы видим, недоволен этим игровым моментом. Так немного раздосадованно ударил крючкой по льду. Так, вновь вбрасывание в зоне Атланта. Осталось оно за командой хозяев, но вывести шайбу из зоны все-таки удалось. Но в атаку выйти не смогли игроки в синей форме. Здесь вывести шайбу также не удается. И Шуленин в своей зоне отдает передачу дальше. Еще один пас, но вновь он очень неточный. А вот здесь перехват сразу в исполнении Шуленина. Дорабатывает он момент. Итак, шайба летит в зону Атланта. Силовый прием на Петракове, но сохранил шайбу седьмой номер команды Атлант. Вот она уже в зоне Красной Армии. Пас дальше. И вот посмотрим, как здесь. Что придумать Красной Армии, но ничего придумать не удалось. Михачев отобрал шайбу. И пошел в атаку. 87-й номер команды Атлант. Пытается дальше передачу отдать. По-прежнему Михачев с шайбой. Около борта завязывается борьба. Шайба осталась у Атланта. Еще один пас, но обработать Михачев уже не смог. Но я так вижу, он устал. Смена достаточно долгая для 87-го номера команды Атлант получилась. И поехал он на смену. Красная Армия не смогла пока закрепиться в чужой зоне. Итак, Щербатов покатил вперед. Бросает. Шайба попадает в коньки игроку Красной Армии. Итак, пас неточный. Сапа на перехвате.
Сапа выкатывается дальше, бросок. И вновь в клюшку попадает она шайба защитнику. Егошин. Отдает пас на синюю линию. Бросок еще один. Подставлена клюшка. Летит шайба чуть-чуть не выше ворот. И Красная Армия выходит в атаку. 3-3. Опасный момент, но все в рамках правил сыграно. Еще один бросок. Корнилов отбивает. И еще раз Корнилов отбивает перед собой. Два сейва подряд в исполнении Данилы. Так, Щербатов из-за своих ворот выкатывается. Дает пас дальше. Но достаточно высоко мы видим. Красная Армия встречает игроков Атланта. Офсайда здесь нет. Сапа на перехвате вновь действует. Подкараулил он так передачу, но до конца завладеть шайбой не удалось Атланту. Так, там Некрасов в своей зоне, дает пас дальше. Еще один пас, Сачков подставляет клюшку. Проброса нет. Крицын на синюю линию, щелчок, подставление, Ковалев, и где там шайба? Шайба в сетке! 2-1! Атлант выходит вперед! Грицын там радуется очень сильно, активно. Но я так понимаю, шайба на Михаила Ковалева будет записана, на 11 номера команды «Атлант». Иван Новожилов там потерял вновь шайбу, она у него между щитков проползла, и кто-то уже ее там добил в ворота. Смотрим момент еще раз. Ковалев здесь боролся, и все-таки, да, Ковалев, да, это Ковалева заслуга. Щелчок от Некрасова, добивание Ковалева, и там уже Сачков был готов добить шайбу ворота, но это не потребовалось, шайба пересекла линию ворот до того. Ну что же, Атлант выходит вперед впервые в этом матче. Счет 2-1, посмотрим, что будет дальше. Петраков выводит шайбу, дальше пас. Шайба по-прежнему остается Атлант. Шуленин отдает передачу. А, нет, показалось, что отдает передачу, но нет. А вот здесь передача в коньки Сергееву, не обработал он шайбу. Опасный может быть эпизод, но Шуленин доработал в обороне. Панин пытается в своей зоне обыграть игрока Красной Армии, не удается этого сделать. Но все-таки выходит Атлант из своей зоны. Панин. Дальше прокатывается Панин. Но здесь уже отобрал у него шайбу Янченко. Красная Армия бежит в атаку. 3-2. Броска пока нет. Но там была передача дальше еще в центр, но защитник успел добежать до этой шайбы, отбить ее. Бросок еще один, рикошетит шайба немного мимо створа. Очередной опаснейший момент около ворот Атланта. Еще один бросок. Но все-таки выходит Атлант из своей зоны. Панин бросает в сторону ворот Новожилова. Итак, Красная Армия заходит в чужую зону. Броска пока нет. Вот еще пас, и доработал в обороне Щербатов. Не позволил нанести бросок уже по пустым буквально воротам. Корнилов был отыгран. Красная Армия очень активно переходит в атаку. Еще один пас. К борту отходит шайба. Еще одна передача. Но здесь уже завязывается борьба около борта. Самоотверженно достаточно шел в эту борьбу Крицын, по-моему, это был. А, нет, это был Сергеев. Итак, Красная Армия. Передача, бросок. Отбил Корнилов. Еще бросок. И 2-2. Счет становится. Сравнивает Красная Армия счет в этом матче. Корнилов дважды отбил эту шайбу, но при этом смогла все-таки Красная Армия сравнять счет. Какой же огненный период мы наблюдаем. 95-й номер отличился Матвей Васин. Получает поздравления от партнеров по команде. Буквально во втором периоде взорвалась игра. Но здесь Васин уже, да, добивал там. Сергеев пытался отбить шайбу, но не удалось у него это сделать. Уже лег он так же, как и Белов в первом периоде на линию ворот. Но на этот раз уже Атланту не повезло. Итак, 3-51 еще играть во втором периоде. И все может измениться в этом матче. Счет 2-2, счет равный. У нас в Мытищах. Проброса не будет. Ковалев шайбой. Бросает Ковалев. Но здесь уже все видит Иван Новожилов. Спокойно фиксирует шайбу в ловушку.
вбрасывание в зоне Красной Армии будет. Первое звено Атланта на льду. Борьба около борта. Осталось за Красной Армией. Вывели они шайбу из зоны. Однако с контролем зайти в чужую не удается. Вновь игра в зоне Красной Армии. Некрасов. Дальше двигает за ворота. Здесь Крицын. Крицын пас на Ковалева. Ковалев. Передача на синюю линию неточная. И выходит Красная Армия в атаку. Это Чуркин поехал дальше. Бросает Чуркин, отбивает Корнилов. Около борта уже в зоне Атланта борьба. Однако осталась Красная Армия в чужой зоне шайба. И опасный момент. Но передача неточная. Сачков отобрал шайбу. Выводит ее по ближнему борту. Проброса нет. А вот пас неточный в исполнении Красной Армии на этот раз. Перехватил Панин. По-прежнему Илья шайбой. Передача дальше. За ворота теперь. Красная Армия выходит из своей зоны. И можно раскатить очередную контратаку. Бросок. Корнилов готов был отбивать шайбу, но она полетела выше ворот. Так, около борта борются сейчас за шайбу игроки. Пас в центр неточный. Панин. Передачу дальше отдать не удалось. И Красная Армия осталась шайбой. Пас дальше. Корнилов за воротами. Не смог остановить шайбу. Но при этом она осталась у Атланта. Петраков дальше пас. И Панин не смог обработать эту передачу. И сразу поехал на смену. Итак, Красная Армия пытается зайти в чужую зону. И Корнилов накрыл здесь шайбу ловушкой. Очередной такой момент, но стычки не будет. Говорят, немного игроки и разъедутся. Минута 32 секунды до завершения второго игрового отрезка. Вон по борту пытается вывести шайбу достаточно сильно. И удалось это сделать. Атлант вышел из зоны. Щербатов устремился за шайбой, но офсайд зафиксирован. Действительно, там заехал раньше времени один из нападающих Атланта в чужую зону. Очередное вбрасывание в средней зоне. Ну вот после второй шайбы Красной Армии уже игра так немного подуспокоилась, но при этом я думаю, что в любой момент она может еще раз взорваться. Так, красноармейцы пока в своей зоне. Высокий достаточно прессинг в исполнении игроков Атланта. И приносит он плоды. Пытается Щербатов в шайбе остаться. Щербатов запирают его здесь за воротами буквально около борта. И удаление будет у Атланта. В большинстве поиграет Красная Армия. Если не смогут реализовать во втором периоде, то это большинство перенесется на третий игровой отрезок. Артемий Сап отправляется в штрафной бокс. Третье удаление в этом матче у Атланта. И третья возможность для Красной Армии реализовать большинство. И при этом опять во второй раз в этом матче выйти вперед. Посмотрим, что придумают игроки столичной команды. За толчок клюшки, я так понимаю, Сап отправится в штрафной бокс. Ну да, здесь действительно он так толкнул Зугана, поэтому и удаление у Атланта. 56 секунд играть во втором периоде. Смотрим за этим вбрасыванием. Остается за Красной Армией оно. Так, на синей линии шайба. Дальше передача Долженков. Ищет, куда бы отдать пас. Вот находит партнер на синей линии. Вновь Долженков. Щелчок. Отбивает Корнилов на перемещении.
Шайба из зоны не выходит. Вновь Долженков. Пас дальше. Обратная передача. На синей линии теперь вновь шайба. Бросок еще один заблокирован. И Крицын дважды, по-моему, даже бросок заблокировал. И вновь Долженков шайба. Еще один бросок. Мимо летит шайба. Очень плотный был бросок. На синей линии. И опять Долженков. Еще один пас. Но не прошел он. И Сачков выводит шайбу. И так попадает, по-моему, даже в судью здесь. Неприятный момент. Но даже какая-то часть амуниции выпала у судьи. Но все в порядке. Без травм. Итак, после 40 минут игры счет 2-2. Второй период действительно был очень огненный. И 15 минут на то, чтобы отдохнуть нам с вами, игрокам. И вернемся на арену Мытищи в этот огненный матч. Пока что статус-кво.
Возвращаемся на арену Мытищи, и скоро стартует третий период состояния Атланта и Красной Армии. После 40 минут игры счет 2-2, и действительно был очень интересный второй период. Первый остался за Красной Армией со счетом 1-0, второй остался за Атлантом со счетом 2-1, и посмотрим, что нам подарит третий период. Я надеюсь, что игра еще больше раскроется и будет еще более огненной, потому что во втором периоде действительно было очень интересно наблюдать за происходящим на площадке. Обратимся к статистике после 40 минут игры. Броски 41-39 в пользу Красной Армии. Броски в створ 20-19 также в пользу москвичей. Вбрасывание 20-15 в пользу Атланта. Заблокировали бросков команды равное количество, 9-9. Силовые приемы 20-10 в пользу Красной Армии. Отборы 7-3 в пользу Атланта. Ну и вот 3 удаления было у Атланта, 2 у Красной Армии. Однако пока все голы были забиты в равных составах. Ну и третье удаление Атланта пока еще не закончилось. Минуту и 4 секунды играть подмосковной команде в меньшинстве. Итак, третий период стартовал. Красная Армия завладевает сразу шайбой. Но вот чем не любят игроки такое удаление, которое делится на периоды, так это тем, что нужно завладеть шайбой, завести ее в чужую зону, потом расставиться, поэтому это съедает небольшое количество времени. Но вот Красной Армии удалось это сделать. На синей линии шайба, дальше пас, бросок, вон заблокировал. И еще один бросок, Корнилов отбивает, шайба летит к борту. Остается она у Красной Армии во владении. Соловьев, дальше пас. Еще одна передача на синюю линию. Броска нет, вот бросок, и ломается клюшка здесь у 97-го номера Красной Армии. Однако еще один пас, и мимо летит шайба, хотя очень опасный момент был. Так, пятером вновь Красная Армия в чужой зоне. И еще один бросок, мимо летит шайба. Готовится Сапа появиться на ледовой площадке. Пока что броска нет. Вот еще один пас, и бросок, Корнилов отбивает. Шайба взмывает над воротами. В полном составе играет Атлант, но при этом Красная Армия будет атаковать в формате 5 на 5. Еще один бросок заблокирован. Квон выводит шайбу через борт. И, кстати говоря, проброса здесь не будет, так как шайба шла в створ. Быстро на смену съездили игроки Атланта. Итак, Красная Армия пытается закрепиться в чужой зоне. Но не удается этого сделать. Некрасов по борту пробует вывести. И где-то там шайба, по-моему, она даже вылетела за пределы ледовой площадки. Ну что же, вот такой опасный... Точнее, вот так достаточно неплохо Красная Армия атаковала в большинстве. Нам показывают сейчас крупным планом вратарей команд. И Корнилов, и Новожилов действительно сегодня выручают команду своей команды в определенных моментах. Поэтому счет остается пока что неизменным и равным. 2-2. Итак, шайба вышла из зоны Атланта. Однако Красная Армия владеет ей. И здесь сигнализирует судья, что будет офсайд, если кто-то из Красной Армии докоснется до шайбы. Но вот она все-таки вышла из зоны. И Красная Армия пока что от своих ворот попробует раскатиться. Подставлена клюшка. Летит шайба в Корнилова. Опасный момент. Рикошетила так она ото льда. Так, Долженков против Петракова. Около борта. Петраков пытается вывести шайбу из зоны. И здесь это удастся сделать. Идет Атлант в атаку. Это, по-моему, Панин. Да, это Панин пытался зайти в чужую зону. Квон шайбой. Дальше пас. И Зеленин из средней зоны щелкает, но Новожилов все видел и зафиксировал шайбу в ловушку. Так, Красная Армия раскатывается из своей зоны вновь. Заходит в чужую. Бросок. Корнилов отбивал там, но, по-моему, даже шайба пошла выше створа. Очередная борьба в зоне завязывается. Крицыну здесь прилетает неприятно. И удаление будет у Красной Армии. Корнилов побежал на скамейку запасных. Отбирает шайбу Красная Армия. И в большинстве поиграет уже Атлант на этот раз. Судья подъезжает к скамейке узнать, как у Крицына, там все ли в порядке, нет ли крови. Но я так понимаю, что с Крицыным все в порядке, и поэтому будет удаление на 2 минуты.
совещаются судьи сейчас насчет момента. Да, за игру высоко поднятой клюшкой. Будет удален один из игроков Красной Армии. Да, здесь 69-й номер. Это Олег Майстренко. Нерасторопно сыграл. Кстати говоря, у которого был недавно день рождения, 6 января 2005 года рождения игрок. А, нет, это, прошу прощения, это 14-й номер. Отправляется в штурм бокс Ян Агеев. Но у него также был недавно день рождения, 5 января. А вот мы видим Ян Агеев удален на 2 минуты. Итак, Атлант выиграл в брасами в чужой зоне. Дмитриев отдает пас дальше. И вновь получает шайбу обратно. Дмитриев опять пас дальше. Меняется местами Дмитриев с Некрасовым. Еще одна передача за ворота. Дмитриев не попал по шайбе. И Красная Армия не смогла, кстати говоря, вывести. Еще один пас. Некрасов, щелчок. И отбивает, по-моему, Новожилов. Здесь уже Красная Армия выйдет из зоны, да. Кстати говоря, я ошибся. В меньшинстве-то Красная Армия забросила шайбу. Я сказал было, что все голы были в равных составах, а нет. Все-таки Красная Армия это первую свою шайбу как раз в меньшинстве забросила. Большинство никто не реализовал сегодня, вот так будет правильнее. Шайба не закрепляется пока в зоне Красной Армии. И здесь опасный момент. Крицын, там его опекают достаточно серьезно, но оставил шайбу у себя Арсений. Дальше пас. Пытается Сачков оставить шайбу у себя. Сачков дальше на Ковалева. Ковалев. С шайбой остался. И расставились игроки Атланты вновь. Менее минуты у них остается на реализацию. Некрасов, щелчок касания. Попадает прямо в коньки игроку Красной Армии. Вывести шайбу не удается игрокам столичного клуба. Некрасов дальше пас. Получает обратно шайбу Никита. Еще бросок. Подставить клюшку не удается. Дмитриев не закрыл синюю линию. Некрасов шайбой. Вводит ее в чужую зону, но с положением вне игры. И, соответственно, брасывание будет вынесено в среднюю зону. 24 секунды остается у Атланты на реализацию большинства. Посмотрим за этим брасыванием, как будут действовать обе команды. Так, брасывание осталось за Красной Армией. Шайба летит в сторону ворот Корнилова. Панин шайбой. Пока что в своей зоне. Дальше пас, но вообще не точный. Недопоняли Панин и Михачев друг друга. Шуленин шайбой. Входит в чужую зону. Красная Армия в полном составе. Передача дальше на синюю линию. Далее за ворота пас, но он неточный получился. И уже красноармейцы идут в атаку. Может быть опасно. Передача еще одна. Добивание. И там Корнилов сыграл щитком. Однако еще вот пас. На синей линии теперь шайба. Итак, посмотрим, как Красная Армия поатакует уже в формате 5 на 5. Отстояли они в меньшинстве. Важный момент для столичной команды. И здесь решил выйти из зоны все-таки один из защитников в белой форме. Не стал рисковать. И вот вновь заходит Красная Армия в чужую зону. Опасно может быть. Броска пока что нет. Передача в центр, но вообще не точная. И шайба пролетает буквально всю ледовую площадку. И доходит до ворот Новожилова. Очередную волну атаки попробует Красная Армия раскатить. Проброса нет. Судья об этом активно сигнализирует. Пас дальше. Сапа. Передача в центр. Остается шайба у Атланта. Еще один пас на Щербатова. Щербатов входит в чужую зону. Выкатиться на пятак ему не позволили. И уже Красная Армия идет в атаку вновь. Здесь борьба в средней зоне затевается. И лучше в этой борьбе Атлант. Егошин бросает, отбивает Новожилов. Отбивает Иван Новожилов шайбу. Пытался, я так понимаю, зафиксировать ее в ловушку. Но при этом полетела она выше створа. И будет вбрасывание в зоне Красной Армии. Вот мы видим этот перехват Егошина. Ну и бросок, соответственно, тоже был.
но Новожилов на последнем рубеже сработал как нужно. Бросание за Атлантом. Дмитриев дальше пас. И бросок, где там шайба, а шайбу накрывает Иван Новожилов. Он продолжает пытаться создать опасный момент около ворот Красной Армии. Посмотрим, что принесет это бросание командам. Это бросание остается за Красной Армией. И пробуют они выйти из зоны через пас. Удается это сделать. Дальше передача неточная. Проброса опять же не будет. Некрасов за своими воротами. Там прессингует его активно. Но Красная Армия остается шайбой. Офсайда нет. Можно играть. Бросок. Корнилов там готов был отбить шайбу. Она полетела мимо. Шайба Красной Армии остается. Еще один бросок. И Сачкову, по-моему, в лицо прилетела шайба. Сразу просят медика выйти на лед. Сачков очень самоотверженно лег под шайбу и лежит пока что. Не может подняться Данила Сачков. Выходит врач команды на лед. Нужно поднимать Данилу Сачкова. Самоотверженно очень лег под шайбу. 17 номер команды «Атлант». И сейчас дают на шатырь игроку команды «Атлант». И поднимают, да. Поднимают Данилу Сачкова. Очень серьезный момент и очень самоотверженно Сачков бросился под эту шайбу. Здоровье. Здоровье нападающему Атланта. И сразу уходит Данила в раздевалку, конечно. Да, несчастный случай произошел. Ну и нужно привести лед в порядок. На это сейчас уйдет определенное время. Да, неприятный такой очень эпизод. Надеемся, что с Данилой будет все в порядке. Вернулся Данила в состав после такого отсутствия достаточно продолжительного. И вот сразу такой эпизод произошел. Ну что же, посмотрим. Посмотрим, как команды будут играть после этой паузы, которая, я думаю, возможно, даже будет очень продолжительной. Я так думаю, что тренерские штабы будут сейчас вносить определенные корректировки в игру. Посмотрим повторы. Это силовой прием на Дмитриеве. Но это, я так понимаю, да, повторы всех силовых приемов в сегодняшнем матче. Коих было достаточно много, на самом деле. Достаточно жесткая игра сегодня. Ну, в принципе, это и логично. И той, и другой команде нужны очки. И та, и другая команда решает свои проблемы. Красная Армия пробует закрепиться в зоне плей-офф. Ну, а Атлант пробует вернуться в зону плей-ин. Ну, и крови действительно очень много на льду сейчас. И нужно все убирать достаточно быстро. Ну, действительно, фраза, что в хоккей играет настоящий мужчина, она правдива. И сейчас мы с вами убедились в этом еще раз. Желаем Даниле Сачкову здоровья. И если это серьезная травма, то скорейшего выздоровления. Никому, конечно, такого не пожелаешь. Но это хоккей, тут многое случается. Такое тоже. Видим, все болельщики так обеспокоены этим моментом. Там вот девушка так, было видно, что нервничает прямо. Конечно, здесь очень серьезный эпизод. Там бывают еще моменты, когда прилетает в амуницию шайба, в защиту. Это действительно также очень больно, но при этом все-таки, как правило, игроки после такого даже доигрывают матч. А здесь неизвестно, на какой период выбыл Данила Сачков.
убедимся мы в этом скоро. Минимум послезавтра будет матч здесь на арене Мытищи между Атлантом и московским Динамо. И уже тогда мы посмотрим, успеет ли Данил Сачков к этому моменту восстановиться, точнее, к этому матчу восстановиться или же нет. Ну что же, посмотрим, как команды будут действовать после столь продолжительной паузы, которых бывает, на самом деле, не так много, но случаются иногда. Ну что же, смотрим. Игроки Атланты уже появляются на льду, готовятся к выбрасыванию, и игроки Красной Армии также приезжают в зону подмосковной команды. Но действительно в этом моменте хорошо, что Данила смог на своих ногах при помощи медика и партнеров по команде покинуть лед, и не пришлось на носилках увозить его. Так, вбрасывание остается за Атлантом. И рикошет неприятный какой перед воротами Корнилова. Опасный момент. Шайба Красной Армии. Еще один бросок. И опять там заблокирован он. И еще один бросок. Мимо летит шайба. Очень активно Красная Армия после этой паузы действует. Пробует Атлант вывести шайбу из зоны. Пока что этого сделать не удается. Устремляется за ней Зеленин, это, по-моему, был. И по-прежнему шайба в зоне Атланта. Шуленин. Дальше пас. Но пас неточный. И Красная Армия вновь заходит в чужую зону. Но оставить шайбу у себя не удалось. И вбрасывание уже на этот раз будет в зоне Красной Армии. Иван Новожилов решил поймать эту шайбу и зафиксировать в своей ловушке. Рассудил этот момент так, что лучше будет вбрасывание после его ворот. Вбрасывание за Атлантом. Сапа не дают ему пройти. И удаление будет у Красной Армии за задержку соперника клюшкой. Четвертая возможность поиграть в большинстве для Атланта. Отправляется в штрафной бокс 49-й номер команды Красной Армии Кирилл Волков. Защитник третьего звена столичного клуба. Посмотрим, что на этот раз придумает Атлант в чужой зоне. Вбрасывание остается за командой хозяев. Петраков. Дальше пас на Сапу. Сапа. Остается шайба около борта. Ищет, кому бы отдать пас. Отдает на Петракова. Петраков. Дальше передача. Обратно на Сапу. Сапа щелчок. И там шайба остается под Иваном Новожиловым. Там вроде как было такое небольшое подставление клюшки, но при этом прямо в Новожилова прилетела шайба. Я думаю, Сапа так щелкал в надежде на добивание или подставление, действительно, но там и Новожилов правильно выбрал позицию и смог зафиксировать шайбу. На этот раз вбрасывание за Красной Армией. И не думая, как можно дальше от своих ворот, выводит игрок Красной Армии шайбу. Некрасов за своими воротами. Так оглянулся, искал, кому подать пас. Отдает на Ковалева. Михаил Ковалев на Некрасова оставляет. И Некрасов уже проходит дальше. По борту сильно вперед. Ковалев. Ковалев на Дмитриева. Дмитриев на Ковалева обратно. Дальше передача за ворота. Вновь Ковалев. Дальше передача. Некрасов. Пас дальше на Дмитриева. Дмитриев на Ковалева вернул шайбу. Еще один пас. Еще добивание. И 3-2. Выходит вперед Атлант. Это большинство удалось реализовать. Арсений Крицын. 23-й номер. Но с четвертой попытки все-таки Атлант реализует это большинство.
нападающий первого звена и лучший бомбардир команды Арсений Крицын выводит Атлант вперед. Сработала, я так понимаю, такая небольшая домашняя заготовочка в исполнении Атланта с набросом синей линии. Мы видим повтор радости игроков команды хозяев. Ну а теперь повтор гола. Вот Ковалев на пятак. Дмитриев, ну да, здесь Дмитриев не бросал поворотом, а именно на Крицына отдавал пас. Крицын подставил шайбу. Итак, игра возобновилась. Еще один бросок поворотом на Важилова. Опасно здесь действуют игроки обеих команд. И Красная Армия бежит вперед в атаку. До броска пока что дело довести не удается. Ну и шайба осталась у команды гостей. Пас на синюю линию. Пока что без бросков. Но вот еще одна передача. Бросок. На этот раз поставлена клюшка. Летит шайба мимо. И все-таки выводит шайбу Атланты из своей зоны. Достаточно сложно это было сделать, но удалось. Вот здесь Сапа попробует дальше войти в чужую зону. Удалось это сделать. Передача в центр. И бросок с неудобной руки в исполнении Шуленина. Шайба летит сильно выше ворот. Михачев дальше по борту. А здесь только защитник Красной Армии. Так, красноармейцы владеют шайбой, пытаются вывести ее из своей зоны. Борьба завязывается около борта, не удалось вывести. Шуленин. Из-за ворот передача на Белова. Белов, бросок. Мимо створа летит шайба, и подставить было некому. Ситуацию Иван Новожилов контролировал прекрасно. Что же, Красная Армия пошла в атаку. И бросок. Корнилов отбивает шайбу. Там и Белов подставил клюшку, но достаточно неплохо. 86-й номер Максим Кирилейченко зашел в чужую зону, бросил. Кстати говоря, Кирилейченко как раз один из самых таких взрослых игроков Красной Армии 2002 года рождения. В следующем сезоне уже в молодежной хоккейной лиге принимать участие не будет. Бросание за Красной Армией, но при этом нужно эту процедуру повторить. И предупреждение выписывает линейный судья. На этот раз бросание за Атлантом. Некрасов на Ковалева. Ковалев пытается разогнаться, но не удается у него это сделать, поэтому просто бросил шайбу в чужую зону, где уже игроки Красной Армии подсторожили этот игровой снаряд. И бросок. Заблокировал его Крицын, это, по-моему, был. И Арсению также в ногу прилетело неприятно, но поднимается Арсений. Все в порядке с 23-м номером Атланта. Но неприятный момент очередной. Ну, мы видим, как самоотверженно игроки Атланта бросаются под шайбу. Это действительно такой важный фактор. Вся команда работает на результат. Так, бросание за Красной Армией, но при этом мы видим, что нужно его повторить. Теперь за Атлантом бросание осталось. Из своей зоны Щербатов выбивает ее рукой. Ну, пока что в своей зоне Красная Армия действует. Вот уже заходит в чужую. Пас дальше по борту. Вон. Здесь Петраков будет бороться за шайбу около борта. Передача в центр достаточно неплохая была, но там было неудобно принять шайбу одному из игроков Красной Армии. Здесь на Сапе такой серьезный силовой прием. В рамках правил сыграно. Так, красноармейцы пробуют раскатить атаку в очередной раз. Не удалось это сделать. Шайба так осталась в средней зоне.
теперь уже в зоне Красной Армии. Постепенно меняют звенья и та, и другая команда. Корнилов отбил перед собой, но при этом защитники пришли на подмогу. Некрасов с Шулениным борются здесь около борта. Зажимают их игроки Красной Армии, но при этом Некрасов вывел шайбу по борту. Так из своей зоны Станиславский попробует раскатить атаку. Вот здесь может быть опасный момент. Передача в центр, но до броска довести дело не удалось игрокам Красной Армии. Атлант идет вперед. Михачев. И здесь у нас удаление, кстати говоря, будет у Атланта за блокировку. В штрафной бокс отправится, я так понимаю, 87 номер Михачев. Да, Иван Михачев отправится на 2 минуты в штрафной бокс. И это еще одна возможность для Красной Армии сравнять счет. А, и это все-таки Илья Панин. Да, это 97 номер Илья Панин отправляется в штрафной бокс на 2 минуты. Еще одна возможность для Красной Армии сравнять счет в этом матче. Посмотрим, удастся ли им это сделать. Раз он остается за Атлантом, и по борту удалось вывести шайбу. Пока что Красная Армия не может закрепиться в чужой зоне. Посмотрим, что на этот раз придумают красноармейцы. Заходят в зону достаточно спокойно, и постепенно расставились игроки Красной Армии. Пас на синюю линию, и броска пока нет. Может сейчас. Нет, еще одна передача. На синей линии шайба, и не обработал ее один из игроков Красной Армии, но здесь Егошин не добежит. Достаточно неплохо в оборону отработал Максим Кириллейченко, поэтому и смог он оставить шайбу во владении своей команды. Петраков по борту сильно дальше. Ну как сильно? Сильно в борт, а дальше шайба сильно не пошла. Уходит Красная Армия в чужую зону. Почти минуту сыграли в большинстве команд, сыграл в большинстве Красной Армии. И еще один заблокированный бросок в исполнении Щербатова на этот раз. На синей линии шайба. Броска пока что нет. Продолжают комбинировать игроки Красной Армии. Вот бросок. Корнилов отбил. И вновь шайба остается у Красной Армии. Вывести ее Атланту не удается. И еще один бросок. Корнилов опять отбивает. Борются здесь за шайбу игроки команды. Буквально все игроки, вся четверка Атланта обороняет свои ворота. И выбросили шайбу. И, кстати говоря, здесь на пятаке лежит один из игроков Атланта. И неужели еще раз медикам нужно выйти? Это 24 номер, Владислав Кувон. Возможно, шайба прилетела неудачно Владиславу. Ну, вроде встал 24 номер на коньки, да. И поехал на смену. Небольшое совещание у судей мы видим. Ну, и Кон, я так думаю, в раздевалку не уйдет сейчас. Возможно, нужно будет приложить лед к больному месту. И уже после этого Владислав Кон вернется на лед. Что же, вбрасывание в зоне Атланта. Или все-таки не в зоне Атланта. Непонятный момент. Некрасов здесь мы видим, разговаривает с Кириллейченко. Обсуждает момент. Выносят арбитры вбрасывание в среднюю зону. Сейчас разговаривают они с тренерским штабом команды Красная Армия. Тем временем 28 секунд остается у столичной команды на реализацию большинства. Да, все-таки вбрасывание оставляют в средней зоне. Игра возобновляется. И шайба уже ближе к воротам даже Новожилова прилетела.
Так, Красная Армия входит в чужую зону. Пока броска нет. Передача дальше на синюю линию. Вывести шайбу из зоны не удается. А вот здесь все-таки получится это сделать. Да, Дмитриев по борту выводит. И через 3 буквально секунды появится на льду Илья Панин. Удаленный на 2 минуты. Атлант играет в полном составе. Но Красная Армия еще в формате 5 на 5 поатакует, безусловно. Здесь борьба за вязы с околборта. Кстати говоря, Квон вот вновь на льду. И Некрасов теперь лежит на ледовой площадке. И вновь медик нужен. Капитан команды «Атлант» уже получил повреждение. Какой же матч для «Атланта» неприятный. Очень много ключевых игроков получают травмы. Я так думаю, вывихнул кисть сейчас Некрасов. Раз он не будет в зоне «Атланта». Ну и Некрасов оказывает сразу помощь, не уводя в раздевалку. Вот мы видим, да, сейчас крупным планом этот момент. И там кровь даже, наверное, потому что, ну, кстати говоря, странно. Как не должно быть. И Некрасов все-таки уходит в раздевалку, да. Данила Сачков и Никита Некрасов не продолжат этот матч, я так понимаю. Во всяком случае, лед поврежден, но если в кисть, если какая-то проблема с кистью, я не думаю, что там прям рассекли кисть. Хотя, вот, возможно, Некрасов получил, может, как-то там он попал по коньку кистью неудачно игроку Красной Армии или еще что-то случилось. Поэтому, возможно, там могут быть капли крови на льду. Но сегодня действительно ледовое побоище настоящее мы наблюдаем. Бьются игроки обеих команд, и счет при этом тоже достаточно хороший, 3-2. Результативный матч мы наблюдаем. И, кстати говоря, один из арбитров показывает 2 минуты. Все-таки удаление будет у Красной Армии. Удаление, да, будет в составе столичной команды. Арбитры совещаются сейчас. Сбрасывание, получается, переносится в зону Красной Армии. Ну и очередное большинство для «Атланта». Отбывать штраф командный будет Максим Беликов, 43-й номер. 5-12 до завершения третьего периода и большинство для подмосковной команды. Да, вот третий период у нас рвется на такие большие паузы. Сачков, Квон, Некрасов. Желаем здоровья всем игрокам и скорейшего возвращения на лед. Ну а тем временем Петраков отдает передачу на Сапу. Без капитана будет играть «Атлант». Петраков. Бросок. Подставлена клюшка. Мимо летит шайба. Сапа. Сапу прижимают к борту. И Красная Армия выводит шайбу из своей зоны. Шайба в зоне «Атланта». Сапа. Остается шайба. И от своих ворот выкатывается дальше. Раскатывается, точнее, дальше. Сапа проходит сам. Передача точная на Ковалева. Ковалев на синюю линию наклонок. Вон дальше. Сапа. Бросок. Отбивает Новожилов. За воротами. Шайба. Передача на Квона. Дальше пас на Петракова. Еще одна передача. Вновь Петраков. Пас дальше на Квона. Передача еще одна, еще пас в центр, и бросок, и добивание. Где там шайба? Шайбу отбили общими командными усилиями игроки Красной Армии от своих ворот. Далее пас на Сапу. Вновь Артемий.
шайба. И отобрали ее игроки Красной Армии. Побежали в атаку в меньшинстве. Один гол в меньшинстве уже был в исполнении Красной Армии. Шайба взмывает в воздух. Потеряли ее все буквально. И Крицыну здесь опять же больно прилетело. Красная Армия остается шайбой в меньшинстве. Но уже совсем скоро появится пятый игрок на льду у столичной команды. Так заходит Красная Армия в чужую зону, но с офсайдом. Владимир Грудинин заходил в чужую зону, но зафиксировано положение вне игры. 5 секунд еще играть в большинстве Атланту. Первая часть большинства была активная в исполнении подмосковной команды, ну а дальше уже даже шайбы больше владел именно Красная Армия. 3:16 до конца третьего периода. Концовка основного времени матча наступает сейчас. Самый ответственный момент. Петраков вводит шайбу дальше в чужую зону. Красная Армия в полном составе. Сапа за воротами. Артемий с шайбой. Запирает его около борта. Но пока что вывести шайбу из зоны, из своей зоны не удается Красной Армии. Егошин бросает. Отбивает Новожилов. Достаточно уверенно. А здесь Щербатов в средней зоне отобрал. Офсайда нет. Щербатов выкатывается на пятак. И влетает так в Новожилова. Но все в порядке вроде с вратарем Красной Армии. Мы посмотрим на повторе еще раз этот момент. Потерял равновесие немного Щербатов. И шайба улетела мимо. Сбрасывание будет вынесено в среднюю зону в очередной раз в этом матче. Остался он за Атлантом. Квон дальше в зону. По борту сильно. Ковалев. Передача на Крицына за ворота. Крицына заперли так неплохо достаточно. И отобрали шайбу игроки Красной Армии. Пас на синюю линию, и не удалось Красной Армии закрепиться пока что в чужой зоне. Выбросили шайбу из нее игроки Атланта. Но теперь уже Красная Армия входит в чужую зону. Это был 21 номер команды, да, Шалышкин. Но вновь остаться с владением в чужой зоне не удается Атланту. Пас дальше. Последние 2 минуты третьего периода. Начинают свой отчет сейчас. Ну и смотрим, Красная Армия пробует последние силы собрать и зайти в чужую зону. Так, шайба не вышла здесь, но попала в лицо опять одному из игроков Атланта, и арбитр останавливает встречу. Что ж такое-то? Третий период какой-то роковой получается для всех игроков Атланта. Теперь уже и Алексею Егошину досталось. Но сам поднялся Алексей. Все в порядке. Ну да, здесь Волков пытался бросить шайбу в зону, но при этом попал в лицо. Незащищенное место Егошину. Так, тайм-аут. Тайм-аут берет Красная Армия. Посмотрим, будут ли сразу Ивана Новожилова менять на 6-го полевого. Или же попробуют в формате 5 на 5 сейчас поиграть. Команды. В
отбрасывание в зоне команды хозяев. И, кстати говоря, да, в шестером играет Красная Армия. Сразу сняли вратаря, не стали ждать вбрасывания. Все силы бросает Красная Армия на то, чтобы отыграться. Вбрасывание за Атлантом. Белов по борту, сильно вперед. Но, я так понимаю, это под проброс. Да, будет проброс. И вбрасывание вернется в зону подмосковной команды. Трудным планом нам показывает Данила Корнилова. А теперь уже скамейку запасных Красноармии. Так, бросание за командой гостей. Бросок. По-моему, в кого-то там из игроков попала шайба. Проброс. И очередное вбрасывание в зоне Атланты. Минута 14 на таймере. 74 секунды остается у Красной Армии на спасение в этом матче. Вбрасывание за Красной Армией. В чистую выиграл вбрасывание игрок. И может быть опасно. Закрепляется Красная Армия в чужой зоне. На синей линии шайба. Пас дальше. 6 на 5, напомню, играют команды. Броска пока все еще нет. И вот теперь бросок. Попадает в кого-то шайба. Вывести ее из зоны не удается Атланту. Вот еще пас в центр. И бросок. Корнилов отбивает. И здесь защитник уже помог Даниле. Но при этом Красная Армия остается в чужой зоне. Никак не вывести шайбу игрокам Атланта. Егошин запирает здесь игрока около борта. Красная Армия по-прежнему с шайбой. Пас дальше. В коньки получился. Броска все нет. И вот бросок. Заблокирован. Шайба летит выше ворот, но очень близко к ним. Проброса здесь не будет. Шайба вышла. Красной Армии нужно возвращать игру как можно скорее в чужую зону. Но с офсайдом Красная Армия входит в чужую зону. 12 секунд остается до конца третьего периода. Какую концовку мы наблюдаем. Вбрасывание будет вынесено в среднюю зону. Причем в центральный круг вбрасывания. Драма, просто драма у нас сегодня на арене. Мытича разворачивается. Шестером остается Красная Армия. Уже, я думаю, да, нет смысла возвращать Ивана Новожилова на ворота. Здесь мы видим... Олег Кваша очень громко разговаривает с судьями сегодняшнего матча. Так, вбрасывание. Шайба осталась там на центральном круге вбрасывания. Никто ее даже не убрал оттуда. Крицын заходит в чужую зону. С неудобной бросает. Мимо летит шайба. Но я думаю, что это уже не важно, так как остается одна секунда, и Красная Армия уже ничего не успеет сделать. Атлант одерживает победу в этом матче со счетом 3-2, столь важную для себя. После 5 поражений подряд Атлант набирает 2 очка в очень важной игре, обыгрывает Красную Армию со счетом 3-2 и догоняет Академию Михайлова в таблице по набранным очкам. Так, сейчас точно скажу. Итак, что же, Атлант 42 матча, после 42 игр у них 53 очка в активе. Красная Армия после 43 матчей 60 очков. Красная Армия занимает по-прежнему 4 место в золотом дивизионе, но Атлант также остается на 4 месте в серебряном, но при этом догоняют они Академию Михайлова по очкам и приближаются на расстояние 3 турнирных баллов до «Динамо Шинник» из Бобруйска. Капитан в параллельном матче одержал победу. После 43 игр у них 65 очков в активе. И еще больше ступинская команда укрепляет свое первое место в серебряном дивизионе Западной конференции. Ну что же, огненный матч мы сегодня увидели. На самом деле много повреждений было у игроков «Атланта». И послезавтра мы посмотрим, кто примет участие в матче против московского «Динамо». У этого клуба здесь, на арене Мытища, в 19:00. Послезавтра, в пятницу, сыграют эти команды «Атлант» и «Московская Динамо». Ну а послезавтра «Красная Армия» проведет свой матч в Ступино против «Капитана».
Ну что же, матч завершен. 3-2, победа Атланта. Большое спасибо всем, кто был с нами. Огромное спасибо игрокам за этот интереснейший матч. С вами был Сергей Зиналов. До новых встреч.